Драгоценный наш, мы находимся сейчас в Иерусалимской студии телеканала ТВН. И это год, когда мы хотим провозгласить отсюда, из города Великого Царя, что вот здесь, в 8 километрах отсюда, родился Спаситель в нашу жизнь. Мы сегодня с вами будем отмечать праздник Рождества. И я хочу, чтобы в вашей жизни это Рождество состоялось и было ярким, как Вифлеемская звезда, которую вы видели на всем Востоке и шли за ней. Пусть этот год будет для вас самым ярким. Этот год был непростой год для каждого из нас, но я хочу сказать, что несмотря на все трудности, Господь являл свою славу целый год, и мы все ощущали, что Господь нас благословляет, Он вел нашу церковь, и на самом деле среди трудностей мы еще больше познаем Божью благодать и любовь, и каждый из нас, я уверена, ощутил это. Вижу, как Господь благословляет нашу церковь, вижу, как рука Божья над нашей церковью. И я точно знаю, что каждый из вас, он очень ценен для Господа. И я верю, что в следующем году Господь нас также будет дальше вести, взращивать нас духовно. И мы будем преображаться с каждым днем все больше и больше в Его образ. И Его Божья любовь, она будет обитать среди нас. Мы будем служить Ему в полноте нашего сердца. Я еще раз поздравляю вас с наступающим Рождеством. Мы вас очень любим, обнимаем. И мы очень рады, что мы встречаем этот Новый год вместе всей нашей благословенной, дружной церкви. Аминь. И я хочу напомнить, что Спаситель родился для каждого из нас, но Он повелел нам быть Ему свидетелями и в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Делитесь своими свидетельствами. Делитесь тем, что Господь сделал в вашей жизни. И вы увидите, что слава Его будет приумножаться там, где вы находитесь. И все увидят, что с вами Бог. С наступающим Рождеством, с Новым годом. Люблю вас, обнимаю и благословляю вас отсюда, из города Великого Царя, из Иерусалима. Пока. Аминь.